Здравствуйте! Перед вами сорт Елены Любецкой «Сияние весны». Это крупные махровые пышные звезды розового цвета с зеленой обрамляющей каймой. Даже не зеленая, а салатовая обрамляющая кайма. По мере распуска и роста цветка розовый цвет, он как бы собирается на край лепестка. Сейчас покажу цветок, который еще только распускается. Вот он. И видно, насколько он насыщенно розовый, и насколько насыщенно салатовая кайма. Край бахромчатый остается до, так сказать, до полного увядания. Вот он цветок, который уже увядает. Он такой бледненький становится, но бахромчатость остается. Розетка аккуратная, ровная.